скоро. Когда в бизнесе постигают неудачи и в жизни не все хорошо. Мой заказчик уезжает в конце недели. Мне деньги нужны до пятницы. Или 1,5 миллиона, или в суд. Хочу напиться, а потом застрелиться. В довесок наваливаются чужие долги и проблемы. Ваш партнер взял займ в размере 20 миллионов. Деньги по договору должны вернуть вы. А если нет? Придется отдать фирму, это одно из условий договора. Подлец. От засилия тяжести и невзгод подкашиваются ноги. Я упала в обморок. Да нет, у вас давление скачет, что в вашем положении, в общем-то, неудивительно. Вы хотите сохранить ребенка? Приготовь документы о передаче компании в счет погашения займа. Это значит, настало время что-нибудь поменять. «Чужая жизнь». Скоро на ТВ Русь.